МИД России не исключил попыток Нидерландов вскрыть правду о расследовании дела. MH17. Министерство иностранных дел России не исключает, что правительство Нидерландов может попытаться утаить данные по делу о катастрофе малайзийского Boeing. в июле 2014 года. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова. О пользе военной бюрократии, кто сбил малайзийский? Боинг. Минобороны России доказала украинскую принадлежность ракеты на прошлой неделе. Государственный совет Нидерландов вынес решение по разбирательству между тремя местными СМИ и правительством страны. В вердикте говорится, что власти не обязаны обнародовать подробности дела, включая стенограммы заседаний Кабинета министров и встречи с экспертами, которые оценивали работу голландских властей в дни катастрофы, передает ТАСС не являемся ли мы свидетелями попытки правительства Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса. MH17 прокомментировала Захарова. Дипломат напомнила, что Россия оказывала максимальное содействие следствию по этому делу, предоставляя всю требуемую информацию. Часть данных специально для этого пришлось рассекретить. В Нидерландах требует российского ответа на уже полностью удовлетворенные запросы следователей, тогда как свои тайны, которые могли бы пригодиться в расследовании, нидерландские власти предоставить просто отказываются, подчеркнула Захарова. Ранее 23 января пять стран, входящих в совместную следственную группу, подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся финансовой поддержки для уголовного преследования виновных в крушении малайзийского Боинг следовавшим рейсом. MH17. Основные расходы по финансированию судебного процесса возьмет на себя правительство Нидерландов. Самолет малайзийских авиалиний рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек. 24 мая 2018 года следственная группа в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, выдвинула предварительную версию крушения лайнера. Согласно ей, самолет якобы был поражен российским зенитным комплексом БУК. В МИДе России такие обвинения назвали голословными, так как в действительности не было представлено каких-либо реальных доказательств причастности РФ к авиакатастрофе. В сентябре Минобороны России сообщила, что ракета, сбившая MH-17, была отправлена на Украину еще в 1986 году, и после этого на территорию РФ не возвращалась.